Друзья, по многочисленным просьбам вы меня просили записать, как же поднять все-таки вашу аналитику, ваши просмотры, а именно, чтобы это были коммерческие просмотры. А почему я говорю коммерческие просмотры? Потому что именно они и повысят ваш статус заработка на вашем YouTube-канале. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Есть несколько шагов, которые вы должны придерживаться, чтобы ваш YouTube-канал приносил более высокую прибыль. То есть обычно каналы там 20-30 тысяч, и они даже не всегда получают минимальный вывод, это $100, чтобы вы получали деньги именно своего YouTube без либо какой интеграции спонсорской рекламы. Вот. Так, чтобы сделать так, что, допустим, у меня канал 11 тысяч, почти 12 тысяч, и я имею чуть выше 200 долларов заработка именно самого YouTube, не считая спонсорской рекламы. Я вам посоветую сделать несколько вещей. Это опуститься ниже в закрепленный комментарий этого видео. Там расположены все необходимые ссылочки, с которыми вы сможете ознакомиться. И там как раз есть то, что вам нужно по коммерческим просмотрам. Что такое коммерческий просмотр? То есть это необычный просмотр YouTube, который YouTube платит за рекламу. Это встроенная реклама самим Google. Google AdSense, которые люди заказывают рекламу, то есть те с возможностью пропуска, без возможности пропуска. Это именно те коммерческие просмотры, которые вам нужны. Все, используйте. Если будут какие-то вопросы, вы, конечно же, обращайтесь, я вам все объясню и проконсультирую, если вам в этом будет нужна помощь. Все, поэтому опустились, ознакомились и потом уже дали в комментариях знать, помогло ли вам по факту спустя месяц для сравнения. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.